представить себя. Как вас зовут, сколько вам лет? Сейчас скажу. Хачатурян Светлана Арамовна. Ага. Это я. 41-го года. 61-м замуж вышла. 61-го? Да, у меня 4 детей. Внуки, внучки, правнуки у меня. Вот какова роль женщины в армянской семье? Женщина – это вторая в армянском семье. Это мужчина в доме самый главный. Содержит семью. Хозяин как? Хозяин дома. Вернее, сейчас хозяин у нас дед. Вот он сказал, когда придут, мне скажете. А вот где он не пришел еще до сих пор? Гуляет он. Ну, еще что сказать. Вот так, хозяин мужчина. Мужчина должен быть, да? А роль женщины? Женщина руководит. Женщина что? Готовит, да? Готовит, стирает, воспитывает детей, вот так. А муж работает? А муж работает. Очень хорошо. Я никогда так не думала. Муж у меня все время работал, все время он обеспечивал моих детей. Хорошо держал он нас. Я очень мало работала, так много я не работала, потому что он содержал нас тогда. Нет, сейчас. Ой, я повернулась туда, ничего. Ну вот дед наш пришел. А как вы познакомились? Я на втором подъезде жил, Она на третьем. Через балкон познакомились. Через балкон познакомились. Мы живем уже 52 года. Ого. 2 года тому назад у нас золотое свадьба было. Ну, еще что сказать. Так как все время, я не знаю, уже мне 73 года, его слово для меня закон. Очень. И также продолжается моя семья, мои дети, снохи. Также продолжают. Мужья главные. Вы сегодня сказали одну фразу, которая мне очень понравилась, что у человека должно быть большое быть что? Сердце. Доброе. Доброе сердце. Да, большое и доброе сердце. Неважно, что небогато живем. Пусть будет сердце большое. И, как сказать? Открытое, доброе, да. Чтобы вот так. Просто хотели бы, чтобы дали какой-то совет, либо, знаете, вот наставление, да? Для нового поколения женщин, какими должны быть они? Ну, в первом доме я должен жена слушать мужа, в доме советовать вместе, там что-то делать, что-то купить, или куда-то поехать. Надо советоваться с мужем обязательно. У нас так принято. Ба должна быть женщина. Вот в семье какая? Честная. Честная. Самое главное, чтобы она честная, чтобы она только служила своим мужем, преданность, чтобы она была своим мужем, домохозяйка хорошая, чтобы характер хороший был, мягкий, веселый, чтобы была. В нашем доме, например, моя сноха разницы не имеет, она не знает, что я когда-то свекровь, она как маму свою уважает, и меня, и его. Самое главное, вот. Жена, чтобы честно была, чтобы она предан была своей семье. Так, уважала семью свою, мужа любила. Спасибо вам большое за интервью. Нам было очень приятно пообщаться с вами. Я нормально разговариваю. Вы очень хорошо разговариваете. И нам очень было приятно услышать такую информацию от вас. И просто спасибо за то, что поделились с нами. Пожалуйста. Thank you.